Добрый вечер, дорогие друзья! С вами канал Максимадзе, и сегодня я вам расскажу про такую модель Nokia, как Nokia 1110. А также расскажу вам про одного его собрата, 1110i. Короче говоря, во-первых, сначала, как я его купил, как он попал ко мне в коллекцию. Короче, я искал, мне хотелось найти Nokia 1110, именно 1110 из-за его уникальности, но увидел объявление, где продавались, где по невысокой цене, в 1000 рублей всего, продавался Nokia 1110 и еще 3 1110i. Собственно говоря, давайте я вам покажу их все. Вот еще это Nokia 1110 просто, а эти три — это 1110i. И короче, 1110 и 1110i, вот этот белый, они работали прекрасно. А у этого не жмутся две кнопки. Это и звездочка. И, ну, звездочку еще, если давить, можно нажать. Четверка не сжимается вообще. Шестерка тоже не очень хорошо жмется. И решетка. Ну, а у этого писало в объявлении, что у него не работает микрофон. Но когда я его включил, оказалось, что помимо этого он еще и симку не видит. Включить мне его не удалось, проверить, какие там остались смс-ки, файлы и так далее. Этот работает, но у него вон крышки даже нету. Она есть, но она на нем не держится вообще. Я вон тут пластилин даже есть, я приклеивал ее, чтобы включить. Ну и короче говоря, давайте тот отставим сразу. 1110 обычный был в синем корпусе, но мне захотелось, я решил, что к 1110 больше черный подходит. Я поменял на черный, изначально черный его здесь был изначально, а на 1110i, который работает как часы идеально, поставил синий. Попользовался некоторое время, но, к сожалению, перестала держаться крышка, там она раскололась, поэтому поменял на белый. Ну и, кстати, белый, как по мне, больше идет, если честно. Ну ладно, давайте сначала вам... Давайте уже о самом телефоне. Вышел в 2005 году 1110. И, собственно говоря, стал первым телефоном от компании Nokia на системе Series 30, в котором появилась вот такая вот классная полифония. Все вот эти вот... Змейка, которую я больше всего люблю. Ну и так далее. Предшественником этой модели была Nokia 1100. Ну и его модификация с белой подсветкой экрана 1101. Они очень большой популярностью пользовались, 1100. Популярность у него была просто шикарная. Столько копий аппарата было продано, что я сам не помню сколько, более 200 миллионов, по-моему. 1110 не смог повторить успех своего предшественника, но тоже неплохую популярность набрал. Значит, по характеристикам, весит 80 грамм, поддерживает сменные панели, как вы уже сами поняли по моим рассказам. Аккумулятор у него оригинальный на 700 миллиампер. Здесь, правда, стоит сейчас не оригинальный BL5C. Оригинальный аккумулятор, его не было. Но там оригинальный аккумулятор вот как на Nokia 1680, такой же BL5C. Именно такой аккумулятор там был на 700 миллиампер. Вот BL5C идеально сюда подходит. Вот такие аккумуляторы, как BL5CB, вот такие аккумуляторы не подходят. Телефон с ним будет работать, но он не будет заряжаться. Он пишет, что зарядное устройство не поддерживается. А с этим аккумулятором все работает нормально. Давайте вытащим аккумулятор. Этот аккумулятор на 1020 мА. Зарядка здесь поддерживается одна.
Давайте, тут не рабочая симка стоит, давайте вставим работающую, мою симку. Такой вот механизм интересный, который держит сим-карту. Он также на многих других моделях Nokia бывал. Давайте закроем крышку. В режиме разговора где-то 5 часов должен держать. В режиме ожидания 380, по-моему. Разрешение экрана 68 на 96 пикселей. Монохромный, инверсионный причем. Что такое инверсионный, если не знаете, потом сами увидите. Собственно говоря, поддерживает памяти до 200 контактов. 20-голосная полифония. Хотя на более поздних, таких как 1280, например, с такой же системой, я вообще разницы в полифонии не заметил. Ну и, собственно говоря, в 2006 году Nokia выпустила, так сказать, еще две модели. Это 1110i и 1112. Вы можете сейчас видеть их все на картинках. И различия их вы, наверное, уже сами заметили. Различия в экранах. 1110 просто. У него экран был такой шиворот на выворот, так сказать, инверсионный. То есть не как обычно бывает, а там наоборот. Фон не светится, он черный, а светятся символы. А здесь в 1110i уже сделали наоборот. То есть фон уже светится, а символы черные. А 1112, он как 1110i, но у него подсветка беленькая была. Беленькая подсветка, в то время как здесь, и здесь она зелененькая. И, кстати говоря, 1110 просто, он, скорее всего, этот экран стал причиной не слишком успешных продаж. Вот 1110i и 1112 продавались лучше. Продавались лучше, чем их предшественник. Ну, экран вроде бы прикольный, но на солнце читался он, честно говоря, откровенно хреново. А вот у 1110i и 1112 экран просто идеально читается на солнце. Вот я сейчас покажу вам на видео. Так, вот как себя ведут экраны на улице. Ну-ка. Это 11.10. Читается, как видите, так себе, не очень четко. А вот 11.10i. Даже без подсветки видно все хорошо. Отлично прям видно. Теперь давайте цветной. Цветной. Включим подсветку. Как видите, читать тяжело, тяжело очень. В остальном аппараты абсолютно идентичны. Больше никаких различий между ними нету. В 2005, по-моему, выходила еще цветная версия 1110, это 1600 Nokia. У меня такого телефона нет, но вы можете сейчас видеть его на картинках. По сути говоря, то же самое, но там немного другой дизайн и цветной экран, конечно. А так там почти то же самое, ну, от играми различается, но вот, например, набор рингтонов там абсолютно идентичен. Выходила еще 2310 модель в 2006, в том же. Которая, кстати говоря, запчасти друг другу подходят. Можно отсюда панель вставить на 2310. Идеально подходит. Можно будет сделать 1110 с цветным экраном. Это прикольно. Но по характеристикам там различается. Там радио, например, было. Здесь радио нету. Значит, давайте внешний вид рассмотрим. Такой вот экранчик, я уже сказал. Кнопочки резиновые, пальцы не соскальзывают, они очень удобно нажимаются. Здесь находится динамик. Динамик только один, он направлен вперед. Но здесь вот такие вот три дырочки интересные есть. Здесь дырочка и третья дырочка здесь. И звук, если все прикрыть, звук все равно, да, проходит довольно неплохо. Мы это еще послушаем.
Здесь ничего нету, кроме еще одной дырочки. Здесь разъем для шнурка. Сверху еще одна дырочка для динамика. Сзади задняя крышка, надпись Nokia. И разъемы для зарядки. Вот такой вот разъем. Не, так, не 2 мм, как на более поздних Nokia. Вот на том же 1280 вот такой. А побольше. Здесь разъем больше. А это разъем 2,5 мм под наушники. И разъем под сервисный кабель. У меня такой зарядки не было. Хорошо, что телефон продавался на Авито с зарядкой. Там несколько зарядок аж было. Но аккумулятор на всех один был. Но у меня аккумуляторы были. В общем, внешний вид посмотрели. Давайте оба телефона включим. Давайте сначала включим первый. 1110 обычный. Вот такой вот, видите? А теперь давайте 1110i включим. Здесь надпись Nokia есть еще, потому что здесь более новая прошивка. Вот, видите, здесь наоборот. То есть различия в экранах вы видите сами прекрасно. Вы сами понимаете, в чем они различаются. И только в этом. Ну, кстати говоря, иногда, когда смотришь, иногда кажется, что экран желтого цвета. Но на камере сейчас он точно зеленый. Вот я сейчас смотрю, такое чувство, что он желтый. А иногда, когда я смотрю, он чувствуется зеленым. Как и должно быть. Но так, по сути, подсветка здесь зеленая. Давайте, короче говоря, ну, по стандарту Nokia, заряд батарейки, прием сигнала, оператор, меню, актив. Здесь можно выбрать быстрый доступ к разным функциям, настроить можно. Есть говорящие часы. Да, они впервые появились не в 1280. Они появились еще здесь. 19:01. Они показывают, собственно, говорят нам время на любых языках причем. И здесь он то же самое. 19:02. Так, телефон впадает в блокировку. Есть также позиции вот этого вот четырехпозиционной кнопки. Вниз это контакты, вверх это непринятые вызовы, поскольку здесь отсутствует фонарик. На более поздних моделях вверх два нажатия это фонарик. Вправо нас уводит в меню демонстрации, поскольку в этом телефоне отсутствует календарь. В более поздних моделях клавиша вправо направляет календарь. Собственно говоря, вызов, сброс. Ну давайте пройдемся по меню. Давайте два сразу. Сообщения, контакты, звонки, настройки, будильник. Здесь, правда, часы называется. Прошивками они различаются немного. Здесь просто более старая прошивка, здесь более новая. Памятки, игры, дополнительные функции и меню сим-карты. Давайте посмотрим, кстати, когда наши экземпляры были выпущены. Вводим звездочка, решетка 000, решетка. Вот видите, как можете заметить, экземпляр вышел в том же году, что и, собственно говоря, вышла эта модель, в 2005. То есть, собственно говоря, видимо, это один из первых экземпляров. Тут даже стоит старая версия прошивки. А этот, давайте посмотрим, этот появился у нас в 2006, появился тоже в год выхода своего, собственно. Значит, давайте пройдемся. Ой. Так. Ну, по сообщениям. Новые сообщения. Можно, собственно говоря, функции вставки, улыбочки можно всякие вставлять. Там шаблоны имеются. Принятые, переданные, черновики, чат. Графические, вот это прикольно. Можно такие вот картинки. А вот здесь уже не инверсионные, как видите. Такие вот картиночки, типа EMS. Всего 30 картинок. Удалить их нельзя, добавить свои тоже. Такие вот прикольные картинки. Да, как видите, не везде абсолютно инверсионные. То есть, кстати, не получится сделать так, чтобы, если отсюда поставить экран вот сюда, он станет нормальным, не инверсионным. Он будет выглядеть плохо.
Списки рассылки, запрещенные, но фильтрация, удалить, счетчики, настройки, редактор команд. Контакты. Можно находить, добавить, удалить, скопировать. Либо с сим-карты в телефон, либо с телефона на сим-карту. Настройки, быстрый набор. Фильтрация номеров. Дальше звонки. Непринятые, принятые, набранные. Очистить списки. Длительность вызовов, счетчик сообщений. Настройки. Вот по настройкам интересно. Давайте настройки сигналов посмотрим. Здесь 20-тональная полифония в обоих моделях. Ладно, не буду повторяться. Эти модели ничем не различаются, кроме экрана. Давайте послушаем. А давайте прям оба включим, как бы стерео послушаем. Давайте громкость побольше сделаем. Давайте послушаем их как стерео. Сразу оба будем включать. Давайте начнем сначала. Это рингтон AAC. Вот это из более прикольного чего-то. В 16.00 точно такой же набор рингтонов, но там цветной экран. Да, тут немножко не вовремя нажал. Рингтоны, которые можно на многих моделях Nokia найти, но они тут сокращенные. Потому что встроенной памяти тут 4 мегабайта где-то всего. А это уже полифонические пошли. Вот этот рингтон я, кстати, ставил на будильник. Довольно редкий рингтон. Я видел его только на вот этих моделях. На 16.00, соответственно. Еще на 16.61 он выходил. Тоже на серии S30. 16.62 тоже, по-моему, там был. Порядок, правда, немного странный. У рингтонов не в алфавитном порядке, как в более поздних моделях. Динамика, кстати, качественная очень. Очень за насыщенный звук выдают. Полифония божественная тут. Разница из 32-тональной полифонии на Nokia Series 30 я не заметил вообще, если честно. И что-то из более спокойных. Вот это прикольный рингтон. Да, кстати. Ладно, потом продемонстрирую. Я не смогу сразу все динамики закрыть. Если вот так наклонить, такое чувство, что здесь не инверсионный экран, но на самом деле нет. Вот
стандартная тема Nokia. Так, а тут мелодии для будильников, напоминаний, сообщений. Тут с синтезатором мелодии кто-то ковырялся. Ну, собственно говоря, давайте попробуем. Давайте на максимум аж выкрутим. И включим. Вот я закрываю все три дырочки, и все равно слышно прекрасно. Динамик очень громкий. Если на такую громкость поставить, звонок точно не прослушаешь. Также есть сигналы сообщений. Ну, стандартный, конечно, лучше всех. Ну и мелодию можно выбрать, что-то из этого. Сигналы клавиш, ритмический цветовой сигнал. Настройки дисплея. Часы заставка, стрелочные часы, вот это в самый раз. Информация сети, время подсветки можно выключить. Вот этот экран более-менее видно, этот видно плохо. Обычно это 15 секунд, увеличенное 30 секунд. Ну и заставка. Заставки тут такие вот. Давайте посмотрим на них. Wild Bubble. Здесь что инверсионный, что не инверсионный, все равно одинаково будет смотреться. А здесь уже нет. Вот, как видите, тут по-другому немного. Coloration. Так вот. Dream Night. Тут вот так вот. Падающие шарики. Ну и случайный выбор заставок. Режимы. Вот такие вот режимы. Их можно все настраивать. Настройки часов. Вызовов. Телефона. Стоимость. Защита. Это меню актив. Ну и при вводе защитного кода телефон в настройки в исходное состояние. Так, часы, будильник. Время сигнала. Можно выбрать мелодию. Будильник только один, и есть говорящие часы. 19:13. Памятки можно добавить новую, можно выбрать сигнал. А, тут различается, тут из-за версии прошивки различия немного есть. Но здесь, если бы это был бы Nokia 12.00, например, тут был бы календарь, здесь нет календаря. А теперь игры. Среди игр здесь Pocket Carom, Dice Games и Snake Sensia. Давайте Pocket Carom. Так, ну я не смогу сразу на обоих играть. Давайте сыграем на этом. Короче говоря, в эту игрушку я подзалип даже немного, она мне нравилась. Короче, надо по шашкам, по вот таким щелкать. Так, чтобы чужие падали в эти дырки. Сейчас бьет соперник, он, думаю, забил. Поскольку он забил, значит, он уходит и дальше. Если он не забивает, значит, хожу теперь я. Так, мне, по-моему, надо бить по вот этим. Или Нет, по-моему, мне... По темным надо бить. Dice Games, эта игра менее интересна. Так, нет, давайте с двоих телефонов запустим. Вот эта игра, на мой взгляд, не так интересна. А, тут разные режимы выбраны. Тут, короче, несколько режимов есть. Вот я... Ядзы какой-то непонятный. Какие-то кубики непонятные.
Яхтизи, это Яхтизи 6, то же самое, только там 6 кубиков валют. Я тоже разницы не заметил. Liar Dice, вот Liar Dice еще можно. Здесь в Liar Dice надо что-то угадывать. Вот выбираем, угадываем. О, я угадываю. Ну вот есть более самый, наверное, простой, но тем не менее полезный режим Roll a Dice. Короче говоря, мы просто выбираем количество кубиков. Давайте 2 нажимаем. И просто нажимаем однерку. Рандомные эти выпадают. Если костей нету для нарт, например, можно использовать телефон. Довольно полезная вещь, может где-то пригодиться. Ну и, конечно же, Snake Sense. Как же Ноки может быть без змейки? Кстати говоря, еще от какого-то стороннего производителя по контракту выходила модель 6, это 1116, которая была схожа по дизайну, но дизайн там был более отстойный, на мой взгляд. Экран был такой же, как у 1110i. Но этот Nokia был просто подкидыш, он был там как не родной. У него была другая, вообще другая полифония. Мне она не понравилась. Отстой по сравнению с полифонией на этих Nokia. Игры там было две игры. Одна игра, там что-то там какие-то кубики надо двигать. И вторая игра это змейка. Змейка там другая. Там другая змейка вообще. Как на Nokia 3310 она там была. А, у нас тут режим компании. Давайте обычный сначала покажу. Классический режим это... Ну, это обычная змейка. Змейка кушает фруктики и от этого растет. Но мне больше нравится режим компании, где мы проходим разные уровни по очереди. Собираем вот шарики и пока... Некоторые уровни здесь, кстати, инверсионные. Такие как мельница. Вот видите, тут наоборот. Ну и настройки игры. О, куда ты зашел, блин. Звук и вибрация. А почему здесь вибрация включена? Выключи вибрацию, мне она не нужна. Ну и меню... А, дополнительные функции. Калькулятор есть. Калькулятор полезен, много чего считывать умеет. Конвертер. Довольно полезная функция. Я пользовался на Nokia 100, когда у меня был, пользовался конвертером. Таймер есть, секундомер. Синтезатор мелодии. Можно мелодию какую-нибудь забабахать. Вот тут уже забабаханная есть. Ну, какую-то фигню. Но я на самом деле никогда не делал мелодии на синтезаторе мелодии. Мне не нравилось его звучание совершенно. Но, кстати, можно было их передавать по сообщениям. Ну и демонстрации это нам показывают, как что делать, как вызов делать, совершать. Может кому-то пригодится. Хотя я и без нее справляюсь. Ну и все. Мог бы быть еще календарь, но его здесь нету. Ну и меню сим-карты, собственно говоря. Ну что ж, мы посмотрели все функции. Кстати говоря, подсветка клавиатуры для меня не очень известна. Вот здесь она вроде бы что-то там светится, если смотреть в темноте. Но светится очень плохо. Здесь светится получше, но все равно подсветка, она как-то не радует. Если клавиатура в отличном состоянии, то он светится хорошо. А здесь он светится фигово. В 2007 году, собственно говоря, эти модели сменила Nokia 1200, которая была с точно таким же экраном, как у 1110i. Но уже был немного другой дизайн. Присутствовал фонарик, был календарь. Ну и в принципе... А, еще говорящих часов там не было. О нем как-нибудь в следующий раз обязательно расскажу. Ну что ж, а так по телефону вроде бы все рассказал. Давайте на этом закончим. С вас ли Господь присутствует? Ах, да, давайте выключим. С меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стримовский канал, влоговый канал, вступайте в ВКонтакте. И всем пока.